Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать всех тех, кто смотрит нашу трансляцию, всех сотрудников и преподавателей университета, всех гостей и, конечно, тех, кто сегодня в такой по-настоящему необычной обстановке станет магистром Южного федерального университета. Быть магистром – это почетно, это престижно и достойно уважения. У вас есть все основания гордиться своим университетом, история которого дала нашей стране прекрасных специалистов, чьи имена, дела, открытия широко признаны во всем мире. Ассоциация выпускников Южного федерального университета ежегодно пополняется талантливыми, неравнодушными и благодарными своей альма-матер выпускниками. Уверены, что вы продолжите эти славные традиции, приумножите достижения, с благодарностью будете вспоминать своих преподавателей и наставников. В 2020 году наш университет вошел в список 20 лучших университетов страны. И это неудивительно, потому что ЮФУ – это лучшие люди страны. Уважаемые магистры Института компьютерных технологий и информационной безопасности, с приветственным словом к вам обращается доктор технических наук, доцент, директор института Геннадий Евгеньевич Веселов. Дорогие выпускники, я поздравляю вас с окончанием Южного федерального университета. Желаю вам, чтобы ваша жизнь была полна ярких и замечательных моментов, которые бы приносили вам много радости и удовольствия. Я желаю, чтобы ваша профессиональная карьера развивалась столь же успешно, как вы окончили наш университет. Я хочу, чтобы вы помнили всегда о том, что Южный федеральный университет, он всегда остается рядом с вами, и в нашем университете вы всегда найдете поддержку и помощь, если вы попадете в какую-то профессиональную ситуацию, в которой вам необходима будет помощь или взаимодействие с нашим университетом. Мы всегда будем рады видеть вас, если вы будете возвращаться в наш университет для того, чтобы просто пообщаться со своими преподавателями, возможно, найти некоторые новые взаимодействия с нашим университетом, возможно, для того, чтобы просто дальше получить свое профессиональное развитие в стенах нашего университета. Помните всегда, что Южный федеральный университет с вами, Южный федеральный университет всегда ценит и уважает своих выпускников. Друзья, с приветственным словом к вам обращается профессорско-преподавательский состав. Дорогие выпускники, я вас поздравляю с окончанием обучения в магистратуре. Вот и закончилась ваша веселая студенческая жизнь. Иногда она была непростая, когда нужно было сдавать экзамены, лабораторные работы, зачеты. Я уверена, что те знания, которые вы получили в процессе обучения, пригодятся вам в вашей профессиональной деятельности, ну и в жизни в целом. Но в современном мире не нужно останавливаться на достигнутом, если ты хочешь быть востребованным специалистом. Поэтому продолжайте развиваться, учитесь, и тогда ваш профессиональный путь будет перспективным и интересным. Я вам желаю удачи, успехов, побед, ну и везения. Дорогие друзья, магистры Южного федерального университета успешны не только в науке и образовании. Также ими покорены высоты бизнеса, политики, общественной деятельности, спорта, творчества. И сейчас вашему вниманию лучшие анимированные творческие силы Южного федерального университета. Уважаемые магистры, с приветственным словом к вам обращается президент Южного федерального университета Марина Александровна Боровская.
Дорогие выпускники магистратуры Южного федерального университета, мы с радостью поздравляем вас с тем, что этот профессиональный этап становления в вашей жизни завершен. Но мы хотим сказать, что Южный федеральный университет всегда с радостью ждет вас для того, чтобы продолжить образование, для того, чтобы решить, собственно, те задачи профессионального становления, которые будут перед вами обязательно. Южный федеральный университет очень гордится своими выпускниками. Мы хотим, чтобы и вы имели право гордиться Южным федеральным университетом. Желаю удачи, успехов, процветания, профессионального признания и всего самого наилучшего и счастья в личной жизни. Уважаемые магистры, с приветственным словом к вам обращается ректор Южного федерального университета Инна Константиновна Шевченко. Уважаемые магистры, дорогие выпускники, сегодня у каждого из нас и всего Южного федерального университета особый день, в котором мы традиционно отмечаем выпуск магистров и вручение дипломов об окончании университета. Это большое событие, большая веха в жизни, и всегда в нашем университете это по-особому отмечается. Выпускной – один из лучших университетских традиций, и в этом году он проходит проверку временем и новыми вызовами. В условиях пандемии и ограничений, с ней связанных, этот праздник пройдет у нас в онлайн-формате. Но мы старались максимально приблизить его к реальным событиям. Конечно, нам не хватает человеческого общения, рукопожатия, радостных глаз выпускников, их родителей, членов семьи и всего нашего большого университета. В последнее время мы много работали над тем, чтобы совершенствовать цифровые возможности и обеспечить окончание вами нашего университета, освоение всех образовательных программ и в новых условиях, чтобы вы смогли успешно пройти квалификационные испытания. И вот они закончились. И сегодняшний день наступил. И, конечно, у нас, несмотря ни на что, всегда есть прекрасные поводы и основания, чтобы гордиться собой, нашим университетом. А гордимся мы нашими выпускниками. Вы с полным правом считаете себя высококвалифицированными специалистами, для которых прекрасное и престижное образование, полученное в Южном федеральном университете, становится путевкой в новую профессиональную жизнь и залогом карьерного и профессионального жизненного успеха. Теперь перед вами открыто множество дорог. Вы можете продолжить обучение, заняться наукой, и тогда, возможно, ваша жизнь будет связана с нашим университетом или с другой научной организацией или университетом в России и в мире. Или найдете себя в профессиональной жизни, дорогу в которой открыла учеба в университете. Но всегда окончание университета – это новые возможности. Я желаю, чтобы они не прошли в вашей жизни мимо вас. Но всегда помните о том, что университет закончить нельзя. С ним можно только расстаться на время. И пусть время обучения в Южном федеральном университете станет одной из самых ярких страниц вашей профессиональной и творческой биографии. Уверена, что вы продолжите славные традиции «Альма-Матер», приумножите ее достижения, с благодарностью будете вспоминать своих одноклассников и своих учителей. И всегда успехи и в мыслях, и в задачах вы будете возвращаться за свою парту, в аудиторию, в свою группу, среди своих друзей. Сейчас вы вступаете в жизнь, где потребуются все знания и компетенции, которые вы получили в университете, а может быть, которые еще нужно получить. Важно, чтобы у вас сохранялось желание и уверенность идти вперед, добиваться новых успехов, ставить перед собой новые задачи и быть успешными. Именно успехи ваши являются залогом будущего успеха и процветания нашего университета. Дерзайте! Успехов вам и свершений. Учитесь, трудитесь, любите себя, свою семью, свою страну. Счастья вам, здоровья, благополучия и удачи во всем. Ну а теперь мы переходим к вручению долгожданных дипломов. Ну а сейчас мы переходим к самому волнительному моменту – вручению дипломов магистрам Южного федерального университета. Для получения дипломов с отличием на сцену приглашается Буканов Евгений Владимирович, Буканова Стелла Васильевна,
Гуляев Евгений Александрович. Гуляев Максим Александрович. Егорцев Олег Игоревич. Клещин Данил Валерьевич. Монастырский Роман Валерьевич. Морозов Андрей Алексеевич. Самойленко Валерия Сергеевна. Сидорова Роксана Юнис-Кызы. Ульева Полина Михайловна. Фоменко Александр Викторович. Фанова Анна Эдуардовна. Халенков Александр Юрьевич. Чекина Мария Дмитриевна. Для получения диплома магистра на сцену приглашается Баранникова Кристина Дмитриевна. Осталось несколько мгновений до того, как вы станете полноправными магистрами. Остался последний ритуал. Настало время открыть себя новому пути и навсегда связать всех нас крепкими узами дружбы выпускников «Альма-Матер». На счет три мы подбросим шапочки конфедератки в небо и откроем новый этап нашей жизни. И все это под звуки всемирного гимна студенчества. Считаем вместе. Раз, два, три. Ура магистрам Южного федерального университета! Ура лучшим людям страны!
студентов Ростов-Таганрог открыты для нас.